Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. И сегодня я вам покажу, как посадить кактус в бокал. У нас вот такой вот у меня бокал для шампанского, наверное. И в него я хочу посадить кактус. Для этого нам понадобится грунт, либо для кактусов, либо универсальный. У меня вот такой вот. Ну, универсальный. Для всех цветов подойдет. Я его уже переложила вот в теплашечку. Мы из нее будем добавлять. Если не хватит, еще добавим. Вот. Также нам понадобятся декоративные камушки. Ну, вы можете использовать разных цветов, еще, может быть, добавить третий цвет. Вода. Вот в такой вот штучке будет удобнее. И, конечно же, сам кактус. У меня вот такой вот маленький кактусенчик, почти что с пальчик. Вот. Его мы пока сюда, в эту сторону отложим. Итак, в принципе, все. Можно приступать. Я вот тут в грунте вот посмотрела. Здесь есть какие-то всякие корешки, что ли. Я думаю, эти корешки мы положим вниз этого бокала. Карамзит я класть не буду. В принципе, если вы хотите, вы можете положить. Хотя, в принципе, тут. Вот. В принципе, ладно, положим так. Сейчас, наверное, тут копошится долго. Высыпаете землю туда. Ой. Там, кстати, написано то, что нужно работать в перчатках. Ну, это уже, наверное, вы сами, как захотите. Ой, полетело. Да, можно через бумажечку как-нибудь. И все это пересыпаем. Ну, рассыпется немножко, ничего страшного. Все это тряпочкой протрете. И все. Ой. Ой. О. Кстати, можно это все кисточкой собирать. То, что мелкое. Типа вот такой вот кисточки. Она чистенькая, новенькая. Ею все это вот так удобно очень собирать. Потому что все-таки руки у нас выделяют там всякий жир, и может получиться у нас грязь, тем более с землей. Так вот, все сейчас соберем. Все это руками приминаем. Приминаем немножечко, приминаем. Ну и, соответственно, выберите для себя, насколько вы туда земли забросите. Много или мало. У меня сейчас где-то вот половина. Я больше класть не буду. Так, теперь мы берем воду. И
У меня здесь вода сделана струйкой. Мы струйкой туда сейчас сделаем углубление. Где-то посерединке. Немножко нашу почву смочим. Вот она получается, там дырочка. Видно вам? Ну вот. Вот она дырочка. Так, берем наш кактус. Кстати, он довольно мягенький. И всаживаем. У него уже, кстати, корешочек есть. Чуть-чуть его можно присыпать земелькой. Правда, у меня неровно получился. Ну ладно. Рядом можно попозже еще один посадить. Так. Делаем, чтобы у нас разбрызгиватель был. И поливаем его сверху. Чтобы у него было влажненько. Такими он большими капельками на нем. Вообще такой красивый стал. Сейчас покажу вам. Чуть-чуть мутно. Вот видите? Там такие прям капельки, капельки, капельки. Прям такая ляпочка. Вот. И теперь можно выкладывать этими вот камушками. Можно прям по очереди. Так грязи будет меньше с этими камушками. Так, чуть-чуть их туда приминаю. Похоже на конфетки они. Так и хочется погрызть. Вот и закрываем наш грунт. Можно сюда желтенький, допустим, еще купить. Зелененький, я думаю, навряд ли здесь пойдет. Здесь уже кактус есть зелененький, а вот желтенький вполне подойдет. Потом со временем тут земля немножечко опустится и будет все хорошо. Чуть не прибила его. Через эти камушки тоже вода проходит. Здесь вот, если вы увидите, есть дырочки между камушками. И там кактус еще пока плохо держится, но у него уже есть корешки, он уже был готов к пересадке от мамы. Я думаю, он через пару дней уже корешки туда войдут, и он будет довольно так плотно, хорошо держаться. Ну вот. Вот так вот. Можно еще его полить.
много не лейте. Кактус вообще поливают где-то раз в месяц. Его тоже можно поливать раз в месяц. Тем более, тут будет видно в стакане, насколько проникла влага. Сейчас она проникла где-то на 5 миллиметров. Ну, можно даже еще, наверное, полить немножко ее. Но только не заливайте очень много. Вот, хватит. И забыла сказать, нам понадобится... Господи, как ее? Пищевая пленка, чтобы накрыть сверху. У меня пищевой пленки нет, у меня есть мешочек. Поэтому берете просто мешочек. Сейчас я его возьму. Вот такой вот ровненький мешочек. Вы можете взять пищевую пленку, ее немножечко намочите, чтобы она клеилась хорошо. И сверху одеваете. И ставите на балкон, на солнышко. Сейчас весна, уже скоро лето. Вот, чтобы ему там было жарко, комфортно, потому что кактусы любят жару. И он у вас быстрее прорастет, быстрее начнет расти. Вот. Ну, когда уже он станет совсем большим, можно будет его пересадить, если он уже перестанет сюда вмещаться. Также можно сделать это в виде подарка. Кому-нибудь подарить. Можно еще тут, допустим, раскрасить по бокам, отдекорировать. Только показать. Могу вот так вот. Вот у меня сейчас все посыпется. Вот. Те, кто накрывают пакетиком, ну, тоже можете вот так вот. Тут снизу можете подвязать. Или резиночкой одеть, или подвязать, или как-нибудь так вот. Солнышко в любом случае будет попадать. Вот. На сегодня это все. С вами был канал ArtMoney. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, жмите на колокольчик. И всем пока-пока!